У меня оставило двоякие впечатления, потому что до удаления, где-то до 60-й минуты, наш план на игру работал, и в принципе мы смотрелись очень солидно, и имели моменты, и все. А потом, когда остались в большинстве, ребята получили преимущество одного игрока, и не смогли этим преимуществом правильно распорядиться, разыгрывать все время свободного и находить интересное продолжение атаки. Начался какой-то сумбур. Вот. Потом пропустили, значит, первый гол, сделали несколько замен, попытались усилить, значит, игру, где-то начали раскрываться, пытаться отыграться, ну, не знаю, нужно игру смотреть по-живому, очень тяжело, но то, что мы 7-8 моментов имели точно, и сегодня не было реализации в исполнении нашей команды, как и в предыдущих играх, это, конечно, печалит. Вы сегодня было несколько игроков основного состава на поле. Дерека, в частности. Ну, ребята болеют, у кого-то травма, у кого-то болеют. Такая эмоциональная игра получилась сегодня. Даже перед игрой столкнулись с определенными проблемами. Некоторые ребята травмированы, заболели, заболела группа игроков. И опять же по ходу игры, опять же, у нас Зубейко получил травму. Пришлось вносить свои, ну, определенные коррективы в игру. Ну, встречались две хорошие команды, и это, опять же, чувствовалось в первом тайме, такое напряжение. Где-то вот второй тайм, да, удаление внесло свои коррективы, где-то мобилизировало нас. Пришлось перестраиваться, где рассчитывали, опять же, сыграть плотно в обороне, рассчитывали на контратаки, плюс стандартное положение. В принципе, это сработало, и ребята терпели, ждали, опять же, выбегали в хорошие контратаки. Спасибо им за это.